Вот наш лимузин. Ничего себе, на каком мы поедем. Ford Transit. Все. Окей. Все. Спасибо. Ты что делаешь? Здравствуйте. Ну и все. Вот мы сели уже в наш трансфер и поехали. На этом всем пока. Дальше буду снимать уже видео об отеле. Капитан Адем. Капитан Адем. Капитан Адем. Капитан Адем нас везет на своем роскошном автомобиле. Мы едем из аэропорта Анталия в отель Зейнеп. Отель Зейнеп. Отель Зейнеп, ресорт Белек. По вечерней Анталии. Будем наслаждаться красотой вечернего города. Как видите, вечер-то еще раз. И Витя, вечер как? Акшам. И Акшамлар. И Акшамлар. Да, и Акшамлар. Красота. Трансфер я заказал с сайта 24/7, турецкий сайт. На нем самые низкие расценки. Этот трансфер нам обошелся в $19. Еще, правда, я не заплатил, то есть заплачу уже, когда приедем. Но на сайте все, цена была зафиксирована в $19. Честно говоря, я даже удивился, что нам за $19 пригнали целый микроавтобус Ford Transit. Все-таки турки молодцы в этом плане. Все делают, сервис прямо очень хорошо, на высшем уровне делают. На других сайтах такой трансфер стоил $20-25. То есть вот здесь на сайте 7/24. Самая низкая цена $19 получилась. При этом надо учесть, что мы едем поздно вечером, практически ночью. Сейчас времени без 20:12 ночи. Общественный транспорт уже не ходит, и цены на такси выросли. На такси поездка бы сейчас стоила ориентировочно, ну, я думаю, что, наверное, минимум $40, потому что мы днем ездили до Белека на такси за $30-35.
уже и Белек. Название отелей на обочине. The Land of Legend. Ехали в Белек. В зону Белека приезжаем. Начинаются гольф-поля, отели. Белек здесь, в Анталийском регионе, Белек славится своими гольф-полями. В первую очередь сюда приезжают именно из-за гольф-полей. Потому что так, в принципе, в Белеке довольно скучно, если ты не занят, если у тебя нет интереса к гольфу. Особо делать нечего в Белеке. Сам по себе поселок маленький, небольшой. Дорогих отелей тут много в этой зоне, в зоне Белека. Но это и понятно, раз тут гольф-поля, то, следовательно, здесь и дорогие отели. Много дорогих отелей. Макс Роял Белек, Регнум Кария. У Регнум Карии свой свое лучшее гольф-поле в Турции. Селектум Лакшери Резорт. Ну и разные другие отели. Вечером, ночью своя жизнь. The Land of Legends. Вот он, непосредственно сам отель. Отель с большой территорией. Вот это подсвечиваются горки. Огромная территория, огромный комплекс зданий. Красиво все сделано. Вечером вход бесплатный сюда, на территорию. Вот основное здание отеля. Минус этого отеля, на мой взгляд, в том, что сюда можно заходить всем лицам. То есть здесь всегда очень много народу, приезжих из других отелей, ну и просто местного населения. Но в основном, конечно, это приезжие из других отелей. Сюда их привозят автобусами, да и сами люди приезжают. И это минус для самого отеля, для туристов, отдыхающих в этом отеле. Для собственника отеля, это, конечно, это плюс, он получает дополнительную прибыль, но для туристов, которые отдыхают в этом отеле, это минус. Вот Regnum Carrier со своей вертолетной площадкой и с лучшим гольф-полем. Вот это идет гольф-поле Regnum Carrier. Это единственное гольф-поле в Европе и в Турции, которое имеет подсветку, вечернюю, ночную подсветку, освещение. Ну и тут уже мы подъезжаем к нашему отелю Zeynep. Zeynep – это соседний отель с Regnum Carrier. Вот мы заезжаем.
который называется. Но гольф-поле у Суэна очень в таком поношенном, изношенном состоянии. Вот сейчас мы проедем вход в гольф-клуб Регнум Каре. Вот он. В декабре здесь будет проходить мировой чемпионат по гольфу. В конце декабря. В последней декаде декабря. Так, ну и вот мы подъезжаем к нашему отелю Зейнеп. Где-то здесь он. Вот он. Зейнеп Хотел. Остановка тут рядом. Это, видимо, люди с работы идут. Работники отеля. Едут домой. Так, нас встречает охрана. Все, нас пропустили. Заезжаем на территорию отеля. Пальмы, сосны. Первый раз. Сейчас все посмотрим, что и как тут. Так, ну вот мы и приехали. Всем пока. Итак, мы приехали в отель Зейнеп Hotel Resort. Вот такая вот тут зона. Гольф-клюшки завозят, сумки с гольф-клюшками. Заходим сюда. Люди приехали играть в гольф. Сидят туристы, дринкают. Да. Так. Играет рояль. Мираба. Всем привет. Мы находимся в отеле Зейнеп. Hotel Resort Белек. Приехали сюда пол первого ночи, и нас пока еще не заселяют. Ну, в принципе, никаких претензий особых к отелю нет. Заселение идет с 14 часов дня, как везде. Но я с ними заранее списывался, бронировал отель напрямую и просил их по возможности заселить нас пораньше. В принципе, возможность у них это есть, но сотрудник на ресепшене, вот этот вот мужчина в белом, говорит, что он не может принять решение без старшего менеджера. Ждет старшего менеджера. Там сидит компания англичан, отдыхает. Расслабляются. Ну а нам бы сейчас, конечно, после длительного перелета уже откинуться куда-нибудь на кровать и поспать, отдохнуть. Тем более завтра надо идти на гольф и на тренировки. Ладно, пока всем. Пока. Как будут новости, буду сообщать. Так, вот нам Эмре, господин Эмре дает нам ключи от номера 1444, да? Все. Большое спасибо. Тышикюрадарим, спасибо. Так, а куда нам идти? Где это? Другой корпус. Другой корпус, да? Ага, все. Итак, мы зашли уже в номер. Номер нам достался на 4-м этаже. Вот здесь вот у нас даже сделана, как это называется-то, собачка. На собачку закрывается дверь. Заходим в санузел. Огромное зеркало большое. Что тут?
у нас дозатор, мыло, там у нас гель, кондиционер для душа, унитаз, здесь у нас душевая кабина большая, просторная. Так, полотенце. В общем, в принципе, стандартно все. Дозаторы висят на стене. Так, ну идем дальше, смотрим. Тут у нас зеркало. Такие виды у этого зеркала. Итак, здесь смотрим. Шкаф. Шкаф, честно говоря, не особо большой. Ну, в принципе, и сама комната тоже небольшая. Уютная, чистая, светлая. Это да. То есть видно, что ремонт делали совсем недавно. Прямо комната совсем светлая. Телевизор небольшой. Под чемоданы. Столик. Табуретка. Стул, кресло, стул, столик. Две односпалки стоят. Мини-бар. Мини-бар, что у нас в мини-баре? Два сока, эфес, две сирмы, две воды, две минералки, две простые воды. Здесь у нас фанта, туборг голд еще стоит, это хорошо, и спрайт. Туборг голд, мне нравится пиво. Так, сейф. Здесь что у нас? Здесь просто полки. Просто полки. Вот такой вот чистый, аккуратный, свежий номер. Телевизор века. Так, ну и выходим. Здесь у нас на балкон выход. Выход на балкон. Два кресло, столик. И вот в темноте, не знаю, видно будет, не видно, вот такой вид. Получается у нас на сторону отеля The Land of Legends. Вот там он впереди. Вот это он, The Land of Legends. Ну а это подъезд к этому корпусу отеля. У отеля Зейнеп два основных корпуса. Нас заселили в корпус Зейнеп Гольф. Зейнеп Гольф. Ну все, на этом всем пока.